Сотрудники Росгвардии готовятся к Кубку Конфедерации «Формуле-1». Гонка пройдет в Сочи с 27 апреля, а спустя полтора месяца стартует футбольный турнир. Пока есть время, силовики отрабатывают методы пресечения массовых беспорядков, а заодно подводят итоги работы на уже прошедших соревнованиях. Накануне своего профессионального праздника Дня войск Национальной гвардии России руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю организовало пресс-конференцию для журналистов. В Сочи сотрудниками подразделения Главного управления во взаимодействии с другими силовыми структурами, практически подразделениями всего силового блока, была обеспечена безопасность, правопорядок, период проведения зимних игр и военных игр, а также Российского инвестиционного форума. Ну, наверное, говоря об этом мероприятии, можно сказать, что это такое наиболее, наверное, значимое и связано с массовым применением сил и средств, где было задействовано порядка от войск Национальной гвардии 1300 человек. Благодаря слаженной работе сотрудников спецподразделений и вневедомственной охраны серьезных происшествий удалось избежать. Напомню, Федеральная служба войск Национальной гвардии образована 5 апреля 2016 года. В составе Росгвардии бойцы подразделений ОМОНа, СОБРа, ЧОПовцы, сотрудники внутренних войск МВД, авиации. На Кубани под их контролем находится 267 объектов и более 11 тысяч квартир. Свой профессиональный праздник сотрудники структуры отметят 27 марта.